Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». В сегодняшнем видео я хочу вам показать качество скрутки, выполненной еще в прошлом веке, а если быть точнее, то около 80 лет тому назад. Случайно я на нее наткнулся, когда пришлось подключать цепи напряжения 100 вольт на вновь смонтированную ячейку КСО. Немного поясню схему. От измерительного трансформатора напряжения ТН идет магистраль, вот она, цепей напряжения 100 вольт, а ответвление на каждую ячейку, допустим, данной секции, выполнено ответвлением. Места ответвлений, естественно, что выполнены в распределительных коробках. То есть вот это вот ответвление от магистрали на одну ячейку, вот тут же второе на другую и так далее. Коробка чугунная, на вид достаточно увесистая, с не менее увесистой крышкой. Крышка у ней крепится на двух винтах. Вот. На крышке отчетливо отлито название производителя «Москопромстрой», город Москва. По найденной информации в интернете, это было даже не предприятие, а добровольный союз группы людей для какой-либо совместной работы, то есть артель, существовавший где-то примерно в 30-40-е годы прошлого столетия. При открытии крышки в глаза сразу же бросается картонный ставыш для изоляции места соединения проводов, проводников от поверхности крышки. Сразу складывается соответствующее положительное мнение и советский подход работников, выполнявших данный монтаж. С той же целью установлены картонные ставыши в основание коробки и по ее окружности. Перейдем к месту соединения проводов. Как видно, изоляция тряпичная. И с виду выглядит достаточно такой сухой. Либо это так высохла тряпичная изолента, ХБ-изолента, либо какие-то специальные материалы, которые ранее применялись при монтаже. Но, скорее всего, первое. Да, скорее всего, это обычная ХБ-изолента. Давайте аккуратно я сейчас раскручу место скрутки и посмотрим, как она выглядит. Ну, изоленты было намотано достаточно много, не пожалели. А вот и само место соединения проводов. Так, сразу поясню, то что вы вдруг не видите, здесь был старый кабель, то есть шел на другую ячейку. Я его здесь откусил, а само соединение как бы осталось. Сейчас мне нужно будет мой новый кабель уже присоединять к данному проводнику. Длина скрутки составляет порядка 1,5-2 сантиметров. Выполнена достаточно качественно. Скрутка пропаяна. Вот видно следы припоя. Никаких следов нагрева и окисления я на ней не вижу. И это все при условии, что данная распределительная коробка все это время находилась в подвальном помещении, которое периодически как бы бывает затапливает водой, то есть в межсезонье в подвале явно повышенная, стояла повышенная влажность. Но тем не менее это никак не отразилось на месте соединения проводов. Вы спросите, а какая нагрузка была через скрутку, то есть какой ток протекал все это время через данное соединение.
Токи, конечно же, здесь не десятки ампер, но примерную нагрузку по магистрали я прикинуть могу. То есть, учитывая все подключенные приборы к 100 вольтам, это счетчики, вольтметры, мегаваттметры, фазометры, реле напряжения и тому подобное, получается примерно 70-80, может 100 вольт ампер. Или по току около 0,5-0,7 ампера. Да, это не так и много, но тем не менее факт остается фактом. Да, но изоляция, конечно же, здесь уже высохла, но тем не менее так еще держится. Одной рукой неудобно снимать. Попробуем. Ну, вторая скрутка ничем не отличается от первой. Выполнена аналогично, не менее качественно. На этом, наверное, я и закончу свое видео о том, как ранее, в прошлом веке, более 80 лет назад, выполняли и соединяли, вернее, соединяли провода. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика».